В Государственную Думу внесен проект закона о ежегодной денежной выплате семьям, воспитывающим детей от 6 до 18 лет, инвалидов и обучающихся с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет в связи с началом учебного года. Согласно инициативе, первосентябрьский капитал следует выплачивать в размере федерального прожиточного минимума. Получатели должны иметь российское гражданство. Расходы, связанные с такой выплатой, планируется возложить на федеральный бюджет. Если законопроект утвердят, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.